555. Именно такое количество гаражно-строительных кооперативов насчитывается в регионе. За последние 3 года около 6000 ульяновцев воспользовались так называемой гаражной амнистией. 30% из них оформили в собственность гаражи, 20% стали собственниками земли под ними. Напомню, в 2016 году в Ульяновской области заработал проект гаражной амнистии. В регионе впервые для всей страны под программу создали законодательную базу, которая дала возможность по упрощенной схеме оформить право на имущество, снижая при этом 2 раза ставку на земельный налог. С момента реализации гаражной амнистии бюджет Ульяновской области пополнился на 30 миллионов рублей. У нас есть другая сложность. Не совсем люди еще понимают, то есть мы не до каждого довели вот это. Но есть и другая профессиональная. У нас не все еще муниципальные чиновники понимают значимость этого для людей в первую очередь. Поэтому представители руководства ассоциации ведут серьезную разъяснительную работу. С Ульяновском дела обстоят куда лучше, чем с другими районами, куда гаражная амнистия попросту не дошла. Следующий на очереди по массовому включению в проект Димитровград. Сейчас в Ульяновске началась большая работа по паспортизации ГСК. Это нужно для следующего этапа гаражной амнистии – благоустройства территорий гаражно-строительных кооперативов. В этой связи министерством разработан стандарт благоустройства. Мы довели практически до всех муниципалитетов, ну, конечно, главное – Ульяновск и Димитровград. И мы сейчас переходим вот для того, чтобы ассоциация гаражно-строительных кооперативов она была региональной. Вопрос благоустройства ГСК на днях обсуждали на профильном совещании при участии губернатора. Участников встречи прежде всего волновал вопрос финансирования. Главное, по мнению специалистов, остаться в пределах существующего правового поля. Это либо… Значит, бюджет берет на себя все расходы, да, как по формированию комфортной городской среды, плюс 1% муниципалы. Это получается для бюджета мы полагаем дорого. Либо же вариант, который, по которому идут садоводы. Принцип софинансирования у садоводов другой. Регион выделяет деньги по определенным статьям и постфактум. Таким образом, 40% от общей суммы платят садоводы, остальное покрывает регион. Чтобы у нас вот это формирование комфортной городской среды гаражно-строительных кооперативов, либо в порядке пилота, либо как-то, так сказать, на следующий год уже начало реализовываться. Чтобы мы посмотрели, вот для такого ГСК, все равно там более-менее там много там такого похожего есть. Мы под это выделили там деньги, вы там тоже приняли участие. Сергей Морозов также просил к следующему году привлечь в ассоциацию как можно больше участников. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.